Всем привет! Я очень люблю готовить куриную печень, ведь она готовится очень быстро и без всяких хлопот на кухне. Уверена, многие очень оценят простой рецепт приготовления куриной печени с грибами, в сметане, без масла. Подав это вкусное блюдо с гарниром, получаете замечательный обед или ужин. А главное, рецепт готовится просто, быстро, получается вкусно. Приготовьте печень в сметане по этому рецепту и порадуйте всех своих домочадцев. Все ингредиенты и количество пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно, конечно же, готовьте, а кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем репчатый лук, чистим, моем и нарезаем тонкими полукольцами. Далее нарезаем грибы-шампиньоны тонкими пластинами. Куриную печень моем. Очищаем от лишних пленочек и нарезаем средним кусочками. В глубокую чашку помещаем печень, репчатый лук и все хорошо перемешаем. Добавляем сюда грибы, сметану любой жирности и майонез. Если вы майонез не любите, то не добавляйте, а готовьте просто со сметаной. Добавляем черный молотый перец, соль, куркуму и французские травы. Также вы сюда можете добавить любые специи по вашему вкусу. Одеваем перчатки и все хорошо перемешиваем руками. Далее печень с овощами оставляем примерно на 15 минут. На разогретую сковородку без масла выкладываем печень с овощами и, помешивая, обжариваем в течение 3 минут. Приготовление печени без масла мне очень нравится, получается вкусно и сочно. Далее печень накрываем крышкой, уменьшаем нагрев плиты и готовим в течение 10 минут. Обязательно помешивайте. Прошло 10 минут, теперь мы снимаем крышку и готовим еще примерно 5-6 минут. Все вы знаете, что печень готовится очень быстро, тогда она получается сочная и мягкая. Готовую печень выкладываю на тарелку, сверху посыпаю мелко резанной зеленью укропа и подаю к столу. Приготовьте такое блюдо и порадуйте всех своих домочадцев. Это очень вкусно и просто. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Вашим комментариям я рада. Заходите на мой второй канал, а также зайдите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках и поделитесь своим рецептом. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится. Всем пока-пока!